Все, считаю. Раз, два, три. У меня каналы. Россия. Так, а ты где? А. Молодец. Быстро сориентировался парень. Да что такое? Что такое, блядь, одни читеры, что ли, не пойму. Этот сучонок так развернулся на меня лихо. Шестым чувством там снайпер. Ты еще, да? Да. Сар получил. Мне тут четверня. Я 2-6 вообще сыграл. Сервоный. Да я этим. Как его? Сапёром. Да все вот эти причиндалы. Фигня. Только штурмовиком можно играть. Надо штурмовиков с таких разных зарядить. Ну да, а все остальное на самом деле. Потому что я тоже пробовал так или все. Анонизм какой-то. Ну ты сейчас этим командором, да? Нет, я начал командором, а потом штурмовиком. Да, ну командором ты нормально сейчас играл, я видел, как и бах-бах, одного, второго. Ну этот меня застрелил. Еще. Клещом, да, чмошник. С шестым чувством. Там прям видно, что он читер.
Че, наши заняли, да, позицию? Там вытеснять их не нужно. Если они в том домике, то лучше туда не заходить. Да-да, не, я вообще... А я их никого вообще не убил. Я 2-1 еще кого-то успел убил. У нас, походу, читер, да, что-то 19-0 намолотил. Наверное. А это же он же, со снайпером. Это же он был. А, это он был, да? Я просто его ник не запомнил. Я запомнил. Тогда понятно. Он просто не дал вообще никому поиграть. Тупо побегал, всех помочил и кайфует. Гандон. Ненавижу таких людей. Да, долбоёб. Ну да. Никого? Мы с тобой вдвоём. Киберпанк. Один вышел. Сестра со мной. Да. Только еще убивает. Да, блин. The match is lost.
Вот когда читеров нету, хорошо играть. Ну да. По-честному. Че выбираем, обзор? Я на улице нажал, пускай обзор будет, да. Опять я тут пришел. Да, читер. Издалека видит свое шестое чувство. У меня еще и лагает. Давай ему сейчас скинем эту жалобу на него кинем. Который? Вот который первый стоит, да. Я в прошлый раз его кинул. А, да?